В Коране Аллах Субхана Тааля называет судный день Йомуддин, день воздаяния. То есть день, когда человек получит за свое деяние либо же рай, либо же наказание. И поэтому существует правило «Аль-джазау мин джинсил амаль». Воздаяние человеку ровно таково, как его и деяние. Если деяния человека в этом мире были праведными, то и воздаяние будет для него счастливым. Если же деяния человека в этом мире были мерзкими, то и в будущей жизни воздаяние будет ровно таковым же.